Здравствуйте, уважаемые друзья. По вашей просьбе мы сегодня рассмотрим очень-очень медленно и поэтапно вязание такой мушки, как ручейник или же бокоплав. Это будет сводная мушка, которая будет символизировать эти насекомые как бы в одном виде. Имитация их. Ну, как вы видите, перед нами простейшая чешская нимфа, которая имитирует бокоплава. Есть простейшая форма, которая также, вот как вы видите, имитирует нашего ручейника. Есть несколько уже более сложная форма нашего ручейника. Такая или же вот такая, как вы видите. Поэтому вопросы, которые вы мне задавали, мы сегодня с вами будем рассматривать очень подробно, и я постараюсь как можно медленнее. Первый вопрос. Выбор крючка. Значит, крючок я, как всегда, выбираю в зависимости от того, какой должна быть величина моей приманки. Вы, если у вас имеется, не обязательно вот как у меня крючок вот такой фирмы, допустим, как вы видите, я его иногда использую. Также можно использовать крючки, которые, как вы видите, вот фирмы Гамакацу, это фирма Цешка. Они все имеют форму, или же вот фирма хорошая, тоже японская, тоже имеет форму граб шримп, которые годятся для изготовления наших приманок. Если нет, можно вязать на обыкновенном крючке, который, ну, скажем, нимфовый. Если вы его так будете называть, это вот F11, F14, F16, но там несколько тоньше проволока. Или же вот такой формы, чтобы можно было ЛС-ки спокойненько. Главное, чтобы форма повторяла форму нашей личинки. Теперь приступаем к самому основному. Очень многие задают вопрос о том, как огружать. Я уже рассказывал, что все эти личинки живут в придонном слое. Поэтому нам желательно, чтобы она хорошо была огружена и достаточно быстро погружалась. Поэтому мы сейчас промажем немножечко цевьё клеем. Клей я использую вот такой, но это не значит, что вы должны именно такой искать. Это гелевый клей, просто с ним несколько легче работать, чем с чем-либо другим. Быстрый, который секунда, клей, он очень быстро схватывает, и поэтому не всегда удобно исправить те ошибки, которые у нас возникают. Теперь, что касается свинца. Значит, я уже неоднократно вам рассказывал и показывал. Если у вас нет возможности по какой-либо причине разжиться свинца, в аптеках продается вот такой свинец для всевозможных медицинских процедур, электрофореза и всего остального. Можно использовать кабельный свинец. Можно использовать, вот как в наборах продаются, всевозможные по диаметру наш свинец. Как всегда, я беру и этот свинец слегка прокатываю. Если вы смогли заметить, и это вы уже неоднократно видели, я беру и обыкновенным каточком его прокатываю. Я его показывал, поэтому я на это отвлекаться не буду. Клей наш еще достаточно хорошо держит, поэтому то время, которое мы разговаривали, мы не потеряли. И как всегда, я до первого касания оставляю на крючке, подхватываем для того, чтобы у нас свинец не проворачивался. И так как у нас имеется функция ротари, то есть вращение, мы спокойненько с вами наматываем наш свинец. Если нет
у вас, ну вот все бывает, нет у вас свинца, нечем, все, вы... Это не значит, что не можете изготовить мушку. Не доходим, как вы видите, 2-3 миллиметра и отрезаем наш свинец. Подравниваем обязательно края ноготочком, ножницами, чем угодно, как вам будет удобно. Это не принципиально. И для того, чтобы еще более качественно все это у меня было, я добавляю еще совсем немножечко клей поверху нашего свинца. Берем нить. Значит, нить не принципиально, но главное, чтобы она была достаточно крепкая и была ровница. Крученой нитью не очень удобно наносить хорошие качественные обороты поверху нашего свинца, так как будут образовываться бугорки. Вот так я накосую, подхватываю весь полностью свинец и увожу свою нить там, где мы будем формировать с вами загиб. Для того, чтобы более качественное было тело, я в самом начале буду крепить обыкновенную из трансформаторов или дросселей проволоку медную. Можно использовать леску, если у вас, допустим, нет такого материала. И стараюсь аккуратненько снизу, сильно не нарушая мой загиб, хотя я взял достаточно крупный крючок для того, чтобы разместить достаточное количество материала. Все, вот так мы уже с вами подготовили, как вы видите. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы дальше продолжать работу. Мне неоднократно задавали вопрос, как получается то или иное тело, как работать с даббингом, как работать с синелью, со всевозможными другими материалами, чтобы вышло более хорошее, красивое, ровное тело. Если у вас вообще нет никаких других материалов, вот в галантерейных магазинах в достаточном количестве продается вот такая симпатичная тесьма, которая, я уже вам показывал, покажу еще раз, состоит из вот таких трех разных, вернее одинаковых, но сплетенных между собой прядей. Если разделить, потратить время, у вас достаточное будет количество синели, которую мы можем использовать для изготовления наших нимф. Вот я подготовил такую черную. Можно спокойненько, как вы видите, вот так вот обмотать все наше тело, и у нас выйдет достаточно симпатичная имитация ручейника. Но так как вы задавали мне вопросы, мы сейчас будем с вами изготавливать нимфу, которую я называю самой простой для Хариуса. Это проверенный вариант, поэтому для того, чтобы у вас потом уже не возникало вопросов, вы можете несколько менять цветовую гамму в зависимости от того, какое предпочтение вашей рыбы. Давайте теперь приступим. Я опять, чтобы можно было более качественно потом закрепить мой материал, промажу клеем. Как вы видите, почему я использую гелевый, потому что за то время, пока я подготавливаю материал, он у меня еще достаточно находится в рабочем состоянии. Что нам понадобится? Нам понадобится определенного цвета даббинг. Я вам сейчас просто покажу, чтобы вы имели представление, что он бывает абсолютно разный. Даббингу мы уже посвящали бесконечное множество, как вы видите, вот такие наборчики бывают, или же вот такого оттенка. Это все у нас кролик, который подкрашенный и добавлен блестящий элемент. Если у вас такого материала нет, ребята, я изготавливал неоднократно и потратил, наверное, зря время, раз вы не обратили внимания. Берете и вычесываете с расчесочкой, не подстригаете, а вычесываете своего любимого кота, свою любимую собачку. В зависимости от того, какая у вас, какое у вас животное, у вас будет получаться даббинг. Вот, допустим, как вы видите,
Вот такой величины даббинг для изготовления моего бокоплава или же имитацию ручейника для тела годится. Это с средней величины дворняжка, которая имеет вот такой подшерсток, моя любимая. Если у вас нет, можно использовать, допустим, в наборах я показывал также пряжу, которая поставляется для вязания, она штапельная, волокнами, и в разных наборах я вот подбираю для себя по толщине пряжу. Только от толщины пряжи будет зависеть качество нашей нимфы. Нельзя на вот такую величину крючка брать даббинг, который достаточно жесткий, грубый, так как наша нимфа получится очень грубая и с рыхлым телом. Поэтому сейчас что мы делаем? Я специально вам показывал уже не один раз, как брать, допустим, расщеплять нить, изготавливать даббинговую петлю. И многие у меня спрашивали, почему именно я это делаю так, а не, допустим, беру и не делаю даббинговую петлю. Просто мне так удобно, и материал более качественнее, более ровнее ложится тогда на мою нимфу. Никогда не берите большое количество даббинга. Будет у вас грубое, скученное тело, которое не позволит хорошо реализовать форму вашей нимфы. И при двух-трех поклевках, ну, считайте, наша нимфа может вообще развалиться. Ну, в крайнем случае, если вы ее не пропитаете клеем. Теперь я беру, вот как вы можете заметить, это несколько грубоватый даббинг, но мы обозначим, как мой друг Александр Павлов говорит, сделаем ручейника яйцеклада. Я докладываю определенное количество. Вы сможете заметить, что его достаточно мало. Но учитывая то, что у меня штапельное это волокно, то есть я могу по всей длине регулировать его. Я не накручиваю его вокруг нити, а только вот промазав обыкновенным клеем, я использую в качестве ваксы нить, я нанес, и мы с вами теперь подведем к нашему краю, чтобы не было нагромождения. И выполним, удерживая нашу нить, выполним ровно парочку оборотов, чтобы наш даббинг коснулся, как вы видите, нашей нимфы. И теперь смотрите, я не отпускаю нашу нить и начинаю ее скручивать. Не вот у меня бобинодержатель внизу. Я его не трогаю, я его отпустил и держу только лишь руками саму нить. Теперь нам необходимо, вы видите, я скрутил, насколько тоненькая получилась у меня даббинговая нить. И мы в одном месте, получается, вот формируем вот такой шарик. Он у нас достаточно плотный, достаточно крепкий, но следим за тем, что мы от величины этого шарика и будем потом с вами формировать все оставшееся тело. Как вы успели заметить, мы прошли буквально, наверное, с десяток раз по одному и тому же месту. Теперь мы можем спокойно отпустить нашу нить, даббинг наш остался на месте. И теперь я отпускаю мою катушку, так чтобы у меня нить разровнялась. И мы теперь с вами возьмем обыкновенную, я показывал тоже в инструментах, даббинговую иглу. Слегка поглаживая нить, разровняем ее. И приблизительно найдем ту серединочку, которая есть. Вот мы расщепили нить. Теперь, опять же, для удобства, так как это полиэстер и нить очень сильно скользит, я опять промажу немножечко клеем, чтобы удобно было вкладывать мой даббинг. И теперь мы должны с вами сформировать предпочтительную гамму для нашего хариуса. Значит, в основном должны быть цвета, которые натуральные. Это оливка, темная или светлая, или же серый, болотный цвет, я уже показывал вам. Поэтому мы сейчас сделаем своего рода такой
светофор, как я его называю. Мы возьмем немножечко, совсем-совсем, вот как вы видите, я беру щепотку, и из этой щепотки я беру совсем немножко и вкладываю вот в ту мою расщепленную нить. Пока ничего не делаем, она никуда не девается у нас, этот даббинг. Теперь начинаем формировать дальше нашу цветовую гамму. Возьмем немножечко теперь, вот у меня имеется вот такой ядный канареечный цвет, я тоже его добавлю немножко, совсем-совсем-совсем немножечко. Вот как вы видите, вот еле-еле, чтобы у меня касался нитки мой даббинг. Сильно не усердствуем. И теперь также берем немножечко светло-серого. Не старайтесь изготавливать даббинговую нить, чтобы была более длиннее 10-12 сантиметров. Вам будет затруднительно потом это все прокручивать и, удерживая нить, наматывать все это на наше тело. Вот все, мы подготовили. Теперь я закрываю мою даббинговую нить, отпускаю ее, опускаю в нить мою катушку и даю возможность ей прокрутиться в любую сторону. Постарайтесь пока не заморачиваться, что даббинг у вас будет или скручиваться, или раскручиваться. Значит, вышла вот такая у нас толщины, как вы заметили, не толще той оранжевой даббинговой нити, которую мы с вами изготовили. И опять же, мы берем с вами, промотали, и вот теперь самый такой главный момент, который я стараюсь использовать в очень таких серьезных рыбалках, так как у хариуса зубки достаточно хорошие, как и у форели. Поэтому я нанесу небольшое количество клея. Небольшое, это значит, чтобы оно, клей не проступал у нас через даббинг. И теперь начинаем формировать наше тело. Вот я покажу вот так, чтобы вам было более заметно. Оно у нас слегка лохматое, но все однородное. Нет у нас вот тех комков, которые возникают в процессе, если бы мы с вами добавили много даббинга. И теперь до окончания свинца я промотаю, изготовлю петлю таким же способом, но несколько темнее даббингом. То есть мы и дальше потом с вами мы продолжим. Мы с вами, как вы видите, домотали нашим даббингом до колечка. Опять же, не доходим миллиметр-полтора, так как мы здесь будем формировать головку и делать опушку. Но чтобы вы уже имели представление, вот в данном варианте, как имеется наша нимфа, этого уже будет вполне достаточно для того, чтобы она ловила рыбу. Можно и без опушки, можно сформировать головку, причесать ее, обмотать проволокой и все. Больше ничего не надо делать. Но так как я должен при изготовлении вот этой нимфы вам рассказать на те вопросы, которые вы задавали, я изначально изготовил ее в таком варианте. Как вы успели заметить, вот вы видите, у меня в передней части несколько больше я добавил волокна, но не значит, что рыхлее. Теперь мы с вами должны берем вот эту проволочку, которую мы с вами оставили в самом начале, и теперь стараемся, естественно, я поменял нить, так как мы будем работать уже черным цветом, головкой и все остальное, чтобы наша нить никуда не уходила, мы можем ее или на оттяжку для нити установить, или же вот так сделать узелочек. Значит, можно сделать или же узловязом, или как обычно, вот я накидываю петельки, как вам будет удобно. Ставим в удобное положение наш крючок. И теперь от того, сколько и как мы сделаем обороты, скажу вам честно, наша нимфа не будет уловистей больше или меньше, но желательно, чтобы они были равными сегментами по всей длине
нашей мушки. Выберите для себя экспериментально, допустим, сколько вы решите, там 7, 7, 8, 8 оборотов. Дать буквально по миллиметру, ровно столько, сколько для вас будет удобно. Выполняем обмотку по всей длине нашего тела. Вот насколько приминаются наши волокна, наш даббинг, это не принципиально, так как мы сейчас нашу нимфу с вами приведем в хороший, красивый вид. Все, опять же не доходим до нашего колечка парочку миллиметров. Закрепим теперь нашу проволоку. Я обычно выполняю, учитывая то, что она достаточно у нас жесткая и толстая по диаметру, приходится несколько больше выполнять оборотов. Удерживаем нить, дабы ее не порвать. И вот такими движениями, прокручивая нашу проволочку, отламываем. Почему? Потому что если будем откусывать, потом можем порвать нить об острые края. Как вы видите, у нас вот вышло немножечко не совсем симпатично лохматое тело. Это не совсем страшно, потому что я теперь буду отвечать на следующий вопрос. Вот вышла такая у нас некрасивая, недостаточно, будем говорить так, красивая, хотя практически в воде, вот все эти волокна станут на свое место. Если мы изготавливаем без опушки, то будет достаточно выполнить в том варианте, как вот мы изготовили его лохматым. На место крепления проволоки мы наносим буквально немножечко клей, чтобы обезопасить себя от распадания нашей нимфы. И теперь смотрите, что мы с вами делаем. Берем обыкновенную зубную щетку, слегка подравниваем. Вот сколько у нас будет получаться в разные стороны. Поддергиваем, надергиваем. И стараемся аккуратно, ровно столько, вот сколько у нас выступает на пару миллиметров, больше стараемся не подрезать наш даббинг, так как он у нас выполнит ту функцию, которая должна быть, привлекающую, которая имеется вот те волосиночки на нашем живом ручейнике в самой природе. Прошли по кругу аккуратненько, все это мы убрали лишнее. И у нас вышло несколько симпатичней вот такое вот тело, как вы видите, где мы с вами уже можем дальше продолжать изготавливать нашу нимфу. Теперь опушка. Опять задавалось мне неоднократно бесконечное множество вопросов. Вот нет у меня пера, куропатки, я, допустим, не могу изготовить. Неправда. Изготовить лапки можно из любого пера мягкого. Или же несколько средней жесткости, как я, допустим, отношу перо индюка или перо фазана охотничьего. Поэтому, если у вас имеется вот перо охотничьего фазана, мы берем и просто вот, как в данном варианте, я вам буду сейчас показывать, подравниваем вот так наши бородки, чтобы очень ровненько они у нас находились, вот в таком пучочке, и оставляем его. Если у вас нет, вот я вам показываю, это вот домашний индюк, который у меня был. Давайте сделаем из индюка, чтобы у вас потом с индюком несколько сложнее, поэтому мы будем усложнять. Проще вы всегда сможете сделать. Или, если у вас имеются по остаткам вот такие перья куриные, также вы можете взять, отщипнуть необходимое количество этих бородок, и мы с вами сейчас сформируем той длины ножки, которые нам нужны. Как вы видите, если мы будем брать вот такое перо, ну, достаточно длинное, оно нам, ну, вы видите, не подходит. Поэтому мы с вами что делаем? Вот в данный момент мы подводим с вами, подготовим теперь аккуратненько площадку, так как скажу сразу, от того, как мы с вами подготовим площадку, и ляжет потом
наше перо. Мы должны подровнять, выровнять то место, где мы с вами будем изготавливать ножки. Опять же вернулись на те же 1,5-2 мм от колечка, для того, чтобы не нагромождать количество материала. Сделаем узелок. И теперь я изготавливаю дабиновую петлю, так как нить у меня достаточно тонкая и нельзя ее уже расщеплять. Делаем накид, промотали, перекидываем нашу катушечку с бобинодержателем несколько раз через нить, подтягиваем, и я оставляю вот в каком-то одном из положений, вверху, внизу, с того момента, где вам будет удобнее проводить обмотку. Опять же, подравниваем хорошо нашу головку. Для того, чтобы не скрутилась моя дабинговая петля, я аккуратненько беру, одеваю, как вы видите, вот так, перодержатель, и отвожу ее в сторону, чтобы мне она не мешала. Обязательно, чтобы нить наша не ушла, не путались материалы. Если вам неудобно, можете сразу взять, вплоть до того, что отрезать нитку, для того, чтобы потом в дальнейшем продолжать нашу работу. Я изначально оставил вот так немножечко неаккуратно, чтобы для вас потом не возникали вопросы, как что это устранять. Вот вы задавали вопрос. Неаккуратная, некрасивая выходит головка. Я беру обыкновенную зажигалочку. Удерживаю, увожу мою нить, все материалы, чтобы не пострадали от пламени, и делаю вот такую вот парочку движений, как вы видите. Все. Вы обратили внимание, достаточно чистое, хорошее колечко для того, чтобы мы могли формировать дальше головку. Все, оставляем это в таком положении. И теперь, как вы решите, какое захотите, такое используйте перо. Я беру, как мы договорились, теперь уже наше перышко индюка, так как оно больше неудобное в работе. Подравниваю вот так кончики. И чтобы мне было удобно работать, зажимаю в левой руке и делаю вот такое движение. Отрываю, оторвал. И не отпускаю. И теперь только лишь после этого я отрежу то, что мне мешает, то, что отвлекает от основной работы. Кончики мои я могу перехватить, остались на том же положении, где они и были. И теперь аккуратненько берем нашу дабинговую петлю, которую мы с вами изготовили, и подбираем, вот как вы видите, мы с вами теперь подбираем длину наших лапок. Скажу сразу, это чисто индивидуально для каждой конкретной рыбалки, но я стараюсь изготовить так, чтобы у меня мои лапки доходили до острия, до жала моего крючка. Поэтому я выровнял, вставил и сразу отпускаю. У меня вышла вот такая плоская конструкция на пальце. Удерживаем. Никуда, ребята, мы ее не должны с вами отодвигать. Вот так. И только лишь после этого, как мы с вами подобрали то количество пера, которое нам нужно, мы можем взять, вот так прижав все в куче, наше скученное перо, отрезать только лишь после этого все лишнее. Отрезали. И теперь, опять же, не отпускаем. Я беру дабинговую иглу и начинаю рассредотачивать мои перышки по дабинговой петле, так чтобы не было скученности материала, и желательно, чтобы у нас наше перо было рассредоточено на хотя бы 1,5 сантиметрах, чтобы можно было выполнить хороший качественный оборот. Если перышко у вас по какой-либо причине будет уходить, это не совсем страшно, потому что, как вы видите, можно это все подправить. Все, рассредоточили наше перо. Стараемся теперь не сильно оставлять края для закручивания, чтобы они были у нас
ну, покажу, постараюсь показать так, как вы видите, буквально пару миллиметров должны они выступать за края нашей нити. Но и в то же время, чтобы мы не потеряли перо. И теперь начинаем все это прокручивать. Наша, не отпускаем нашу нить, руками прокручиваем ровно так, чтобы наши перышки могли размешаться. Следим за тем, чтобы наши с вами перышки отводились вот так при наматывании слегка назад. Но даже если они у нас по каким-либо причинам вышли, что топорщатся в разные стороны, это не так страшно. Разравниваем. Вышел у нас вот такой вот своего рода одуванчик. Слегка увлажнив пальцы, уводим все перо вот так назад. И переводим вперед нашу нить. Поднимаем вверх и теперь уже окончательно закрепим нашу нитку. Теперь можно остатки даббинговой петли удалить. Теперь что нам нужно? Обычно я всегда здесь, в этом месте, добавляю или же перо павлина. Но если по каким-либо причинам, допустим, у вас его нет, это все можно заменить обыкновенным темным даббингом, который у нас есть. Если его нет, тоже, как в большинстве случаев бывает, можно спокойно взять, подготовить головку, уведя бородки. Сейчас нам необходимо опять взять наш любимый инструмент, немножечко вот так их подровнять, чтобы не было скученности материала. Опять же, слегка увлажним пальцы, чтобы было удобно работать. Берем и теперь уже окончательно подводим нить к тому месту, где мы с вами закрепили перо. Как вы видите, наши бородки уже начинают загибаться туда, куда нам необходимо. И все. И можно теперь уже взять и изготовить вот так, здесь вскрыть лаком, и наша нимфа будет готова. Но я обычно в таких вариантах стараюсь добавить павлин. Если у вас нет павлина, можно спокойненько промотать, сделать парочку оборотов вот такой синелью. Значит, берем теперь перышко нашего павлина из набора. Желательно выбрать такое, чтобы было достаточное по ширине. И, как всегда, я беру, вот держу и, не жадничая, начинаю тянуть. Вы видите, вот где оторвалось эти два кусочка у меня, в этом месте я и оставляю, ничего не трогаю, так как наше перо в этом месте и оторвется. Аккуратно, стараемся не нарушить то крепление, которое у нас было. Теперь самый такой важный момент, чтобы вы для себя тоже сильно не задавали вопросов. Я обычно каждую операцию стараюсь закончить промазыванием клея. Нанесли на нить и опять же вот так аккуратненько, чтобы не попал клей на перо, здесь промотали. И теперь наше перышко будет служить достаточно дольше. Отводим колечку и обязательно здесь выполним с вами узелочек, чтобы более удобно было нам выполнить парочку оборотов нашим павлиньим пером. Следим за тем, что нам еще необходимо сделать завершающий узел и более симпатично выполнить головку. Сколько вот будет получаться,
два, два, три оборота. Это уже не принципиально. Давайте изготовим и потом уже закончим. Мы с вами сделали буквально парочку оборотов павлина. С помощью клея сделали завершающий узел. И у нас вышла вот такая нимфа, которая собирательный образ. Достаточно хорошо работает по хариусу. Единственное, что можете для себя подобрать цветовую гамму, величину, огрузку и все остальное. Значит, теперь переходим к последнему вопросу, который очень часто мне задают. Значит, вот вышла у нас такая с белыми лапками. В крапинку, а их недостаточно, поэтому я беру обыкновенный перманентный маркер черного цвета, подвожу вот так бумажечку и наношу дополнительно, сколько мне нужно, 2, 3, 4, 5 точек и делаю их в крапинку. Так можно с любого практически неподходящего пера сделать перо, которое будет напоминать то перо куропатки, за которым вы гоняетесь. Но это перо не настолько крепкое, допустим, как перышко индюка. Поэтому желательно для вот таких поклевок, где присутствует форель, хариус, а не плотва, использовать достаточно крепкий материал. Если вы смогли заметить, наши лапки стали достаточно крапчатыми. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, лучше пишите мне на Facebook. Я там бываю чаще, чем в YouTube. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!